Формат фестиваля кардинально поменялся. Именно эти изменения и объясняют повышенный интерес зрителей к событиям, которые развернутся на сцене. Это значимое событие для города. И как новинка для меня лично, звонки со всех концов нашей великой Родины. Да, вот этого я еще не встречала. То есть интерес к фестивалю, ну, удивительно, но растет. Программа открытия очень насыщенная. И мы решили в этом году сделать, воссоединить и эстраду, и киношников, чтобы было ярче. И я думаю, Наташа Королева хорошо вписалась с балетом, с бэк-вокалом, хорошо вписалась в программу открытия. Об этом говорит интерес зрителей, которые спрашивают билеты, покупают билеты. Гостями и участниками фестиваля традиционно станут звезды кино, актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, операторы, кинокритики и искусствоведы. Также зрители ожидают встречи со знаменитым ансамблем из Адыгеи «Нальмес» и лучшими творческими коллективами Кубани. По многочисленным просьбам кинолюбителей в этом году на церемонию торжественного открытия «Киношока» впервые можно приобрести билеты. Подробности по телефону 394-36 или на сайте estrada-anapa.ru.